Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Юсупа. Так вот его зовут. Прикольное, кстати, имя. Добрый малый, вот такой вот у него ник. Находится он в гильдии Джокер. Вот так вот, гильдия Джокер. Четвертые и пятые места, 70-75, АФ 20-00, боссы 20-00, БГ не прошел, ЧС смело пошел. Вот так вот, набор активных игроков от 180 тысяч, оставляем тимы на лаву. Вступление телега и решка Е. Так, ну потому что я вижу аккаунт бездонатный, хотелось бы сказать, нет, но он донатный. Умеренный донат, некрас есть, в принципе, 238 тысяч силы. Так, смотрим, что тут у нас. Шапка. Хорошо, хорошо. Так, по талантикам интересно посмотреть все. Почему, блин, СУшку качают? ТУ вкачайте, дополнительный урон будет. Так, бастион. Опять же, замедление надо. Менять надо срочно. Ну, так вроде более-менее. Ремки, смотрю, нет. Железная воля. Отлично, бывашку смысла даже качать нет. Так, бастиончик. Ну такое. Тыковка берсовая еще. В принципе, неплохой аккаунт. По прокачкам вполне-вполне очень хорошо выглядит. Так, отлично, отлично, отлично. Ну, такое себе. Ну, в общем, много ошибок в героях нет. Сейчас я посмотрю через судьбу, что надо кроме нового героя. Так, быстрее смотреть. Так, Риббита не хватает. Фрейи не хватает. Блин, а мы ее выбили на двух предыдущих аккаунтах. Вот это, конечно, жесть. Там, где она не нужна. Так, Асура. Асура, Фрейя, Риббит. В общем, есть что выбивать. Плюс бабка. Ну что, у нас 52 тысячи. Поехали. Будем сейчас отрываться, трешивать. Надеюсь, точно так же, как и на предыдущих аккаунтах. У нас сегодня Коля. Колю вы все видели, все знаете. Так. Вот это мне уже не нравится. Капитан Дрейк, рыцарь. Леди Лео, паладин. Седна. Вот так вот нахуй, блядь. Вот так, ребята, блядь. Просто пиздец. Извините, конечно, за маты, маленькие пиздюки. Если вы смотрите это, закройте уши. Но это, блядь. Это, блядь, просто эпик, нахуй, блядь. 8000 самоцветов и Махатма уже на аккаунте есть. Блин, новый герой недостающий. Ну что, поздравляю, Коля, у тебя уже однозначно удался. Что я могу сказать? Просто читер. Продам кому надо админ панельку. Так, блять, не Фрейя, конечно. Не надо Фрейя, однозначно нужна Фрейя. Так, ведьма это не то. Блин, а чё мне так не упало? Чё мне за 600к упало? Эй, что за разводняк? Чё за подстава? Огонь. Поехали дальше. Поехали дальше, ребята. Где там его алтарь? Так, укротитель. Ну такое. Паладин. Бульдозер. Еще один бульдозер. Ну я тебя понял, рандом, но это не то, что я ожидаю. Ну, отлично, коробочка даже есть, хранителя выбили. Варлок. Ну, конечно, не так падает, как на предыдущих, но, блин. То, что нам надо было, уже есть, в принципе, частично. Не знаю, что он хотел, но есть еще пару героев, которых ему не достает. Так.
Пусть посливаются. Ух, ну это, конечно, жесть. Вот это роллинги поперли. Так, места на складе не хватает. Хранитель еще один. Жалко, что не дают повторно. Так, смерть. Ну, рандомчик. Ну, удиви. Ну. Блин, ну как-то, видите. Блять, Бигфут. Зачем он здесь, если он нужен был там? На предыдущем роллинге. Чё за подстава? Шесть просто какая-то. Все да наоборот. Ну, хранители, конечно, печалька, как они заряжаются, это все. Это все боль. Так, красавчики, поехали дальше. Палач, ниндзя. Так, ладно, еще, пора еще. Буду бегать в рейде, блин, пока не выбью имбу. Тактика проверенная, ребят. Конечно, это шутка, это не тактика. Фух, Тесса Фрэнки. Окей. Душек. Да что такое? Это не то, что я хочу. Я хочу имбу. Хотя я, в принципе, его уже выбил ему. Ах, сука! Ну это пиздец, вот это пиздец, ребята. Вот за такое надо лепить лайки и репостить видосы, потому что это просто жесть. Просто, блядь, что не аккаунт у Фрея. Ну что, поздравляю, у тебя теперь есть Фрея, недостающий герой. Надеюсь, ты будешь тоже доволен. Плюс новый имбовый герой, блядь. Плюс ни хрена мы тебе других героев не выбили, но мы тебе выбили... Два просто офигенных героя, потому что новый герой тащит. И плюс... Еще один герой, который просто унижает это Фрея. Что могу сказать? Поздравляю от души. Ты правильно сделал, что ты дал... Пиздец. Пиздец. Вот это пиздец. Куча мата, но это просто пиздец. Я даже не знаю, что вам сказать, ребята, но это просто пиздец. Большой пиздец. Вы такое, я сам такое, честно говоря, не ожидал, но это бывает, и это бывает только у меня. Ну что, Юсуп, с тебя лайки на все стримы, не знаю. На все видосы, на все стримы. Просто пожизненно, ну такое вот, ну такое, блин, две бабки, ну а чё нет на 52к. Фух, ладно, успокоились, выдохнули, забираем награды, спокойно, не нервничаем. Мы не добили студённых рыцарей, да. Похрен, я скажу, похрен на этих студённых рыцарей. Просто насрать. 52к, кстати, это самый неудачный у нас результат получился. Но это все херня. Не будем мы даже делать ход конем, потому что там еще есть куча аккаунтов бездонатных, я думаю, которые будут нуждаться в этом деле.
А тебе оно, в принципе, особо-то и не поможет. У тебя и так тут просто огонь сегодня получился. Да, вот это я, конечно, блин, жестко-жестко. Ну, бля, просто надо выдохнуть. Успокоиться. Опять подкрутка от IDG. Две бабки. Две бабки. Почему у меня две бабки не выпало? Жесть. Так, смотрим, что там у них талантиками. И откроем сейчас коробочку. Просвет. Разброс. Ну-ка. Читерная рука. Ни хрена. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Бабки однозначно поставишь потом священный огонь, когда докачаешь. Поехали на фрей, откроем коробочку. Просто изи. Просто изи. Просто изи ремка, и она идет на Купидона сразу же автоматом. Так, Купидон, где его хранитель? Хранитель, 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 где ты? Ау. Возможно, хранителю захочет поставить. Хотя, наверное, лучше купу. Короче, в общем, сам выберешь, кому поставить эту ремку. Я не буду ее трогать. Просто поздравляю. Все, ребят, вот такой вот был роллинг. С вас лайки и репостики. Это просто жесть, что не роллинг дальше, то еще круче. Я, честно говоря, в шоке. Все, всем удачи, всем пока.